Я жалкий неудачник. Ах, милый, что с тобой случилось? Опять я в карты крупно проигрался. Да так, что астролябию свою, ну и твой полосанка отдал. И должен все равно остался. Что ты сказал, презренный? Милый, ты что-то говорил? Все кончено, осталось лишь одно. О, нет! Отправлюсь к старой ведьме и перья ей волшебные продам. Зубки, зубки, тяготки, у вас не выпустят они. Ведь эти девушки росли под солнцем сицы.
принимаю твое предложение и готов работать за какие-то жалкие 93%. А теперь, дорогой партнер, ты не мог бы мне помочь в одном деликатном деле? Сделать так, чтобы в доме ведьмы заиграла музыка, но она ее не услышала. Ах, Шаурон, мне страшно. Не беспокойся, мои ребята с удовольствием присмотрят за малышкой Сахаром. Фай! Зовите меня Эцио. Идиот-то! Пойдешь за ним и все приберешь. Свидетелей не оставляй. Значит, она память теряет, когда и перья обрывают. Шаурон, ты как-то изменился. Так, может, позабавимся с ней, а потом отформатируем? Кретино! Не смейте портить товар! Сеньор Шауранио! Вам привет от Дона Клоу! Перья депутата! Избавьтесь от него! Это просто бизнес. Марио, Морио! Сделайте из этого щенка статую на дне Гудзона! Сеньор Фай, наемный убийца. Не Фай, а Эцио. Святой Антоний, меня раскрыли! Что это было? Парнишка у меня потерялся. К тебе случайно не заходил? Маленький такой, с разными глазками, с сабелькой. Не слышала. Послушай, эта птичка без парнишки перестала давать золотые перышки. А мне какое дело? Готов предложить за него половину прибыли. Ты немного опоздал. Твой малец на дне Гудзона рыб кормит. Санта Розалия, опять ты все испортила. Что? Что вы наделали? Шаурон! Сакура! Шаурон! Сакура, клянусь, я больше не буду играть в карты! Смотри, они снова выросли! Это же целое состояние! Не с места, грязные переторговцы! Вот вы и попались. Блестящая работа, агенты. Служу абсурду! Этих четверых в участок, но остальные пока свободны. Но мы за вами все равно наблюдаем. Парко Дио, парко Мадал, найдут и клиент Гринкландова, да ну кинь ее, помоги же мне! Увы, Донна, увы, я всего лишь консилье, что я могу сделать? Приветствуйте нового Дона, а какие ваши желания? Простите, Дон, ничего личного. Thank you.
Участники